До конца давите их. Что вы пихаете друг друга? Thank you.
работаешь. Иди налево. Я хочу себе. Давай, выйди. Кирилл, дай, касань. Другой сразу. Дайте пас! Ну бей, блин! Левой! Жадный. Я думаю, что да. Вот это перед собой. Играй! Чё встал-то? Да не беги с ним! Угол! Пошли, вон Паша пошел к себе ворота. Дальше! Опоздал. Я не знаю.
Я не понял, что здесь есть высокие. Часть высокие, часть. Да нет, я понял, но никого, я говорю, зачем сразу, если никого нет? Мяч нормальный, кстати, это ты понимаешь, на тебя нападает, да, там никого нет. 5 метров уже должен там, да? Такой, да, знаешь, остановить вещи. Поэтому, да, там никого нет. Он сразу убьет. Давай.
Ну, тоже
Thank you.
волнуюсь. Не, я не знал, говорит, если не хватает будет, может кого-то оставлю. Поэтому я пикал на группу, попроще остаться, потому что. Если не попроще, значит. Алиш!
его! Угой! Кирилл, а что ты встал-то? Лезь! Лезь! Коридор, лезь! Лезь! Да, вон, в разрез! Я в разрез сюда балку сложу! Чем-нибудь... Вот как это... Страшно. Да. Я в разрез не давал. Андрей, что непонятно? Ушел оттуда. Ha ha ha!
Блин, это в зале пока. Ну пусть перелетает. Иди отсюда. Иди отсюда. Пальма, пойдешь ты вначале в парикмахер? Не-не, отработал. Ну, просто перепутал, что это около ворота там. Как в прошлый раз. Я не видел. Ну, решающий, самое главное. Так, хватит рукоприкладством заниматься. Опа. Убирай, коридор пустой. Дай. Кому? Тимур, Тимур, быстрее! Давай вперед, вперед! Здесь, здесь, здесь! Останови! Потому что раньше надо было бежать, а не сопли жевать. Кто знал, футбол играть, кто знал. Не знал. Понимаешь, вот после бильярда пришел сюда и не знал. Зато если бы он играл там в бильярде, ему же дуплетов, знаешь, там не может! Может! Видимо, взрослые. У меня два XS у него было, ему XS показал. Они, видимо, XS какой-то взрослый, что это большая. Еще на короткого. Забуром достать, пусть двигает, пусть открывает.
Да ничего, пусть лежит тут. Дальше. Что, Валера? Адам, а ты что не доиграл? Какая разница? Вот если б не летит. Вдвоем должны были штангу закрывать. Молодец, Борик-то хоть так, да? Кому? А речь бы кому? Там нормально, ребят. Оп!
чем? Ты еще и лицо морозил? Еще и джинсы она подняла и гуляла. Ай, коленка грязная. Ну что, гулял, так погулял. Чего сейчас? Содрал. И коленку содрал? Да. Ну, кому, пан? Быстрее, передач, Тимофей! Что-то срочно, не могу говорить, что там. Это случается с Ваталией.